Я надеюсь, что суд при принятии решения будет руководствоваться не только нормами закона, но и внутренним убеждением и совестью. Спасибо, что выслушали. Меры пресечения отношения обвиняемого Чунь Бива Талаева Калахченча в связи с заключением под стражей изменить на подписку о невыезде. Немедленно освободить их под стражей в зале суда. По вступлению в законную силу приговора меры пресечения в связи с подпиской о невыезде отменить. Вещественные доказательства, системные блоки, процессор черного цвета, модель ChiefTech, процессор черного цвета, модель Deluxe и процессор черного цвета, модель Samsung, хранящиеся в ГСУ ГКМБ Кыргызской Республики по вступлению в законную силу приговора возвратить владельцу. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Бишкекский городской суд в течение 30 суток со дня оглашения. Председательствующий Сатенко Чарла. Шестичный гуляли десе болот, я толок, я 330 менен толок гуляли деп айталбай. Улу таралык, уруш талаш бойынша, козуту бойынша. Ошол, жанакты, техникалар эмне болду? Алынган техникаларды азыр сот айтты, беребиздер, беришет. Калахченович признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 330 части 1, это возбуждение вражды. При этом сторона обвинения просила 7 лет лишения свободы по части 2. Получается, что мы, так скажем, выиграли этот процесс наполовину. И не было доказано, что он это преступление совершил группой лиц по предварительному договору. Мы изначально поговорили. И, конечно, мы ожидали только оправдательный приговор, никаких доказательств совершения преступления нет. Доказательства, которые сторона обвинения предоставила, это только заключение судебных экспертов, зависимых судебных государственных экспертов. Урматтуу журналисттер, мунун баардыгы баардыгыңар билип коюңар. Бул жасалма бийлик тарабынан жеке Ташиев тарабынан уюштурулган кылмыш иши. Биз мыйзамдык жактан дагы, саясий жактан дагы күрөштү улантабыз. Биз бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүрсү күнү Next телеканалынын Талайдын, менин жакындарымдын бирөөсүнүн дагы мыйзам бузбаганын далилдейбиз. Камчы, угуп кой, мен сага окшоп эч убакта жалдырап барбайм. Мен эч убакта бийлик менен соодалашкан эмесмин сага окшоп. Аягына чейин мыйзам менен саясий күрөштү улантабыз. Ташиевдин кылганын биз эртелегеч мыйзамсыз, адилетсиз экенин биз далилдейбиз.